Всем привет, с вами Чибиси, и сегодня я начинаю новый цикл видео, посвященный разработке игр. В этом видео мы попробуем создать платформер простенький за достаточно короткое время. Для того, чтобы нам все это начать, вам понадобится программа, которая называется Construct 2. Вы можете взять лицензию, можете добыть эту программу каким-то другим способом. Ну, это не важно. Начинаем новый проект. Простой, пустой. Так у нас загружается наша сцена. И первое, что нам понадобится, это, конечно же, главный персонаж. Щелкаем правой клавишей, выбираем «Вставить новый объект» и выбираем тип «Спрайт». И пишем ему, ну, допустим, «Плеер». И дальше нам нужно загрузить анимации для нашего персонажа. Так как кадров у меня больше, чем один, то я воспользуюсь вкладкой «Import Frames from Files». И выберу свои спрайты персонажа. У меня они лежат. Вот мой персонажик. Это он в стоячем положении. Теперь давайте загрузим ему анимации для перемещения. Для этого на вкладке с анимациями добавим анимацию, допустим, волк. Переключаемся на нее. Опять же, импортируем кадры. У меня столько кадров. Теперь, значит, что очень важно, это, значит, на самой анимации сделать ее зацикленной и поставить скорость. Ну, у меня в данном случае будет 15 кадров в секунду. Я думаю, мне столько хватит. Ну, наш персонаж ничего не может делать, хоть мы ему добавили анимации, но они у нас никак не управляются. Поэтому для начала давайте добавим ему поведение платформ, которая есть во вкладке Behaviors. Тут мы ничего не будем менять, тут мы все оставим как есть, потому что оно и так все нормальное. И заодно давайте добавим землю, чтобы он у нас мог почему-то ходить. Опять же, вставляем спрайт, назовем его Земля. И загрузим картиночку нашей земли. Конечно же, она у меня подготовлена заранее, но вы вставляете какую-нибудь свою. У нее такая симпатичная картинка земли. Опять же, земля у нас просто сейчас картинка. Чтобы ее сделать именно твердой, и чтобы наш персонаж мог по ней ходить, мы должны добавить ей поведение Solid. Теперь скопируем нашу землю, чтобы ее было побольше. Чтобы нам было почему разгуляться. Ну, хотя бы вот так. Еще можно наверху поставить. Вот, в принципе, мы уже можем протестировать и посмотреть, как будет выглядеть наша игра. То есть, стартовую, скажем так, основу мы уже ей дали. Вот наш персонаж. И вот он у нас может ходить. Ну как ходить? Анимации мы ему еще не прописали, но передвигаться он хотя бы может. И может прыгать. Теперь давайте пропишем ему поведение для его анимации. Заходим во вкладку событий, Event Sheet. И добавляем, значит, следующие условия. Если персонаж у нас находится на земле, дальше правой клавишей добавляем под событие. Если у нас персонаж двигается. Где оно у нас? А, вот, is moving. То мы ставим ему анимацию ходьбы. Set animation. Ставим ему наш волк. Дальше правой клавишей добавляем else, то есть в противном случае. Скопируем это условие, чтобы заново его не записывать. И поставим ему анимацию на дефолт. Теперь, по идее, наш персонаж должен теперь передвигаться уже с анимацией. Но мы не учли одной вещи. То есть он у нас передвигается, видите? Но если он идет влево, то у него анимация точно такая же, как он идет вправо. Как мы это будем исправлять? Во-первых, мы добавим на сцену объект, который мы называем клавиатурой. Сейчас она добавится. Все, она добавилась. Добавим условие. Если на клавиатуре... Так, нет, не вот это. Нажата клавиша.
значит, влево, то добавляем событие, наш персонаж будет отражен, то есть справа налево. Скопируем это условие, поменяем левую клавишу на правую. И если вправо, то он у нас не будет отзеркаленный. Потому что если мы не даваем это условие, то когда мы нажмем на клавишу влево, он отзеркалится один раз и обратно как бы в свое состояние не вернется уже. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Все, наш персонаж теперь может ходить. Аллилуйя, поздравляю, вы лучший игродел всех времен и народов. Но это еще не все, это еще не все. Сейчас мы добавим ему еще анимацию прыжка, которая будет у меня состоять из одного кадра для экономии времени. Загружаем кадр наш. Значит, у меня тут игрок. Jump. Отлично. Больше мы ничего с этой анимацией делать не будем. Нам нужно прописать на нее события, чтобы эта анимация активировалась. Значит, если наш персонаж прыгнул, то есть он jump, то мы ставим ему анимацию jump. Проверять мы это сейчас, конечно же, не будем, потому что давайте добавим еще кое-что. Во-первых, давайте добавим какой-нибудь фончик, чтобы наша игра смотрелась красивее. Я уже обзывать этот спрайт никак не буду. Но, по идее, чтобы вам удобно было работать, вам, конечно, лучше все спрайты свои называть как-то. Причем по-человечески, потому что когда у вас их будет слишком много, вы потом запутаетесь и нифига не поймете. Допустим, вот такой простой очень фончик поставим. Вот, уже гораздо все поинтереснее. И давайте сразу же добавим такие вещи, как монетки. Я обзову это, чтобы потом не запутаться. Потому что, как в большинстве платформеров, суть что-то, допустим, собирать. И как бы в некоторых платформерах это монетки, допустим. Вот наша монеточка. Берем, накопируем их побольше, чтобы нам было чем заняться. Монетки у нас есть, но пока они ничего не делают, мы не можем их собирать, ничего не можем с ними делать. Прежде чем мы пойдем писать какие-то события, нам нужно добавить еще один объект. Это текст. Назовем его coin. Текст. На этом тексте мы будем писать, сколько монеток мы собрали. Так, давайте я его сделаю поприличнее, потому что он выглядит слишком зашкварно. Поменяем ему сейчас шрифтик, там размер. Так, сейчас возьмем что-нибудь прям вообще красивенькое. Допустим, вот этот. И вот этот. Так, и поставим сюда текст coins. Двоеточие 0. То есть это будет стартовый, у нас 0 монет. Теперь нам нужно добавить в событиях переменную новую, которая у нас будет, допустим, money. О, что я пишу? Money. Значит, добавляем в событие, если персонаж столкнулся с монеткой, то, во-первых, монетку мы саму удаляем со сцены. Дальше не забываем добавить к нашей переменной money единичку, потому что у нас на одну монетку больше стало. И добавим событие, которое меняет текст наш и показывает, сколько у нас монет, то есть coins, двоеточие. Также добавляем символ end и наша переменная money. Давайте посмотрим, что у нас в итоге получилось. Мы всего тут понадобавляли и анимацию прыжка, и монетки. Так, чуть-чуть подлагивает, потому что у меня снимающая программа все портит. Так, прыжок у нас работает замечательно. Теперь давайте посмотрим с монетками. Монетки тоже прекрасно собираются. Все отлично работает. Но какой платформер у нас без врагов? Давайте добавим врагов. Значит, спрайт, enemy. И фигачим его сюда. Добавляем ему анимацию. У меня она, естественно, уже подготовлена. Допустим, это будет вот эта злая муха. Грузим анимацию. Ставим ее в настройку, чтобы она была зацикленной. И скорость оставим 5. Я думаю, для мухи будет нормально совершенно.
Теперь давайте добавим нашей мухе самый простенький искусственный интеллект, который даже интеллектом не назвать, но для простого платформера сойдет. Значит, добавим условия. Каждый тик, то есть это примерно, ну, какая-то там доля миллисекунды в зависимости от ваших технических характеристик компьютера. Значит, наша муха будет двигаться на дистанцию в 1 пиксель под углом. И ставим, значит, такое выражение. Угол между enemy x, enemy y, то есть нашей позиции мухи, и позиции нашего игрока. Отлично, все, она должна к нам лететь теперь. Также давайте добавим, что если наш персонаж сталкивается с мухой, то, значит, во-первых, мы будем обнулять все переменные, и во-вторых, будем перезапускать уровень. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Значит, муха летит к нам, как и планировалось. Не обращаем внимания на лаги, это фичи. Муха к нам летит, летит, мы пытаемся от нее убежать, но убежать некуда, мы начинаем прыгать и все. В принципе, наш счет обнуляется, и мы дохнем. Вот, в принципе, и все. Единственное, что можно добавить, защиту от спрыгиваний. То есть мы добавим всего лишь одно условие. Выбираем add another condition. Если наш игрок вылетает, получается, из нашей сцены. То есть мы, допустим, если спрыгиваем, то же самое должно происходить. И обязательно добавим сюда or, то есть или. Так, если бы мы or не добавили, эти бы два события проверялись бы вместе. То есть проверяем. Теперь у нас должна быть защита от спрыгиваний. Все, мы спрыгнули, у нас все обнулилось. То есть против тупых игроков... Игроков, которые криво играют, мы все просчитали. Хотите спросить, как я сейчас забрался на эту стену? Просто у моего персонажа стоит немного кривая маска столкновений. Ну, об этом мы как-нибудь поговорим попозже. А на сегодня, в принципе, я думаю, все. Такой легкий, простенький тестовый туториал. Если вам понравился, вы хотите какие-то подобные видео дальше смотреть, то поставьте лайк, также напишите какой-нибудь комментарий. И не забудьте подписаться на канал. С вами был ChipsyPlay. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.